для этого удара, да? Вот он, да? Вот тот тебя не интересует, он не попадает в тебя, значит. Да, не попадает в тебя, смотри. А это, смотри, ты можешь аккуратненько. Не бьем, а так аккуратно делаем. Аккуратно, а не аккуратно, почему? Игорь еще не имеет дистанции, но он стоит под ударами. Что он должен был делать? Ты свои руки задние. Смотри, вот это надо было делать. Это ровно, да. Теперь ты бьешь голову, открыла голова, бьем, да? Он вперед, да? То есть он дистанции не видит. Так у него правильно. А дистанцию он еще не различает, потом аккуратно работаем. Саша, то же самое, Макс, да? Смотри, вот Макс стоит. Смотри. Саша бьет, давай. Саша, все руки вперед. А если это руки как Аня, Аня бьет задние руки, смотри. Чуть назад. Давай. А теперь чуть вперед. То есть если он это делает, то он выигрывает. Если он не делает, то он попадает по голове. Смотри, давай. Это он стоит на месте. Нет, ты же не можешь бьешь ему удар, зачем ты бьешь? Ты же не попал в него сейчас, просто махнул рукой. Тебе надо в него попасть. Вот ты потерь прозевал. Ты ждал и прозевал свой шанс. Да? Вот это тебе было не надо, в твоем случае. Да. А вот это тебе надо, и он проигрывает сразу. Тебе все приготовлено, засада к нему, давай. Сидел в засаде и проспал, да? Сейчас нет, не